Можно погладить. А можно я поглажу твою собаку? Чтобы попасть на крошечную сцену, вам предстоит пройти за кулисы. Именно так. Новое сценическое пространство расположилось за шторками в холле театра. Это не сцена в привычном понимании. Здесь каждая постановка будет происходить в тесном взаимодействии со зрителями. Под каждую постановку это пространство планируют трансформировать. В общем, сплошное волшебство. Мы должны найти подход к любому зрителю и должны его заинтересовать. И в том числе и момент игры обязательно должен присутствовать. Потому что это такой взаимообмен энергии. И взаимообмен энергии именно такой театральный. Это первые шаги человека в театре. Постановки для малышей были в театре кукол всегда, но ставили их на малой сцене. Здесь есть спектакли для зрителей от 4 лет. Но очевидно, что родители приводят детей и младшего возраста. Вот так и появилась необходимость создать отдельную сцену и особенный репертуар для тех, кому до. Это мой первый опыт работы с таким маленьким зрителем, поэтому мне очень интересно. У нас такая, мы открываем новую сцену. Я первый раз делаю такой спектакль. У нас артист нашего театра Евгений Солушев в первый раз дебютирует как композитор. У нас такое ответственное рождение происходит. Очень нам интересно было работать, и вот уже осенью мы будем уже делать здесь следующий спектакль. То есть нас затянуло. Для маленького зрителя речь, вербальное обращение еще не является главным. Он считывает язык тела, цвета, движение, такое немножко мультяшное, да, существование, как бы, которое ему близко, потому что он узнает. И поэтому, конечно, мы с пластическим режиссером нашим, с которым мы своим работам, Павлом Фроловым, естественно, выбрали такой именно стиль, не нарративно, а именно вот пластического театра для бэйби-спектакля. В пятницу 2 февраля состоится премьера спектакля «Тата и слон». К осени готовится еще одна премьера про букашечек. Вместимость зала до 40 человек. Пространство и количество мест будет трансформироваться под каждый спектакль. Слон! Слон! Ты теперь мой слон! Ты мой друг. Слон, ты куда? Слоны не ползают. Слоны должны стоять. Я тебе помогу. Me, myself and I. Ты знаешь, как я тебя ждал, да? Я, снова я и я. Само название уже песня. Семейная драма с джазом, потопом и скандалом. Пьеса рассказывает о том, как буквально за час жизнь может перевернуться с ног на голову. Действие спектакля происходит во Франции. Главный герой, Мишель, находит свободное время и решает посвятить час тишины прослушиванию редчайшей записи 1938 года, заполучить которую он мечтал уже давно. Только вот у судьбы совсем другие планы. Универсальные семейные проблемы, скажем так. Я Натали, жена главного героя. Вообще сложности, весь наш спектакль сплошная семейная сложность, надо сказать. Поэтому много сложностей с ней случается. У нее есть подозрения по поводу ее мужа. У нее есть свои грехи. Стремление быть моралистом и правдорубом, несмотря на последствия для окружающих, жизнь главного героя рушится, как карточный домик. Только вот Мишель не хочет снимать розовые очки и видеть истинное положение вещей. Он несчастье! Да, нет. Да, извини меня, когда человек играет такую музыку, взрывает себе в яму, ненавидит весь мир, это говорит о том, что он несчастен. Ну, просто свое видение мира, да, вот и все. Да, это видение
не черный, ужасно черный. Ну, Мишель, ну открой наконец глаза. Твой сын маргинал. Он не маргинал. Маргинал? Он не маргинал. Он просто очень чувствительный молодой человек, который ищет себя. Сын Панк ведет губительный для себя самого образ жизни. Жена, по совету психолога, открывает мужу правду о своей измене многолетней давности. В придачу к этому нанятый рабочий сверлит стены и пробивает канализационную трубу, а возмущенный сосед снизу требует компенсацию за ущерб. Все это происходит именно в тот момент, когда Мишель хотел просто побыть наедине с собой и джазовым альбомом. По словам режиссера спектакля Арсения Кудри, пьеса будет близка многим зрителям, ведь она поднимает одну из главных проблем современного общества – неумение окружающих слышать и слушать друг друга. Но она про людей. Она абсолютно про человеческие взаимоотношения, про нас, про современных людей. Это не времена Шекспира, да, и как бы здесь нет вопросов, существовали эти герои или нет. Они существуют, они рядом с нами, и то, что эта пьеса, она французская, но проблематика, мне кажется, абсолютно доступна нашему российскому зрителю. Здесь все о том, как люди любят, лгут, пытаются решить какие-то свои жизненные проблемы. Справляются с этим или нет, покажет спектакль. Абсурдные ситуации в комедии с элементами фарса будто взяты из повседневной жизни. Только вот, несмотря на иронию происходящего на сцене, пьеса поднимает довольно серьезные темы, такие как воспитание молодежи и семейные измены. Спектакль «Час тишины» продлится до 26 апреля. О страхах, убеждениях, установках, определяющих нашу жизнь и частенько делающих нас страдающими. «Синяя борода» – метафора, образ главного героя – собирательный. Воплощение того кошмарного тирана, который для каждого свой, и чаще всего он внутри. В центре истории – женщина, женская судьба. И события, которые происходят в обычной жизни каждой женщины – рождение детей, сватовство, свадьба. Но почему зачастую, проходя этот путь, женщины чувствуют себя жертвой? Размышления на эту тему визуализированы на сцене Рязанского театра кукол. Вы знаете, я когда-то мечтал поставить спектакль-балет, пластику. Ну, так вот сложилось, что не удалось. Но я счастлив, что в нашем театре появился такой спектакль. Несмотря на то, что я очень люблю ту синюю бороду, которая была для младшего возраста, для детей, а этот спектакль такой женский и в то же время такой мощный и про нашу жизнь, и совершенно необычный. Спектакль без слов, а оттого очень личный, практически интимный. Каждый зритель слышит свою собственную историю. Мои впечатления замечательные. Мои впечатления оправдали мои ожидания. Это самое главное. А просто у нас самые лучшие артисты в нашем театре. Вот. И самые замечательные постановщики, которых мы приглашаем к сотрудничеству. Действительно, режиссер Анна Конен, музыкальный руководитель Артем Тульчинский, пластический режиссер Павел Фролов создали спектакль, аналогов которому на рязанской сцене не было. При этом обошлись полностью силами труппы кукольного. Сложная хореография, вокальные партии, исполненные артистами. И даже музыку, написанную специально для спектакля, сыграли сотрудники театра. Все, что вы хотели сказать, удалось сказать? Да, удалось. И, конечно, это, ну, я своих артистов называю подарок судьбы. Просто только в такой команде можно было так развернуться и столько себе позволить. За творческим процессом мы подглядывали пару недель назад. И вот как в песне «Волшебника» из знаменитого фильма Марка Захарова «Из миража, из ничего» вдруг возникает чей-то лик и обретает цвет и звук, и плоть, и страсть. Каждый день мы сейчас набираем, и сейчас они уже вот входят в такую зону, когда они уже перестают заниматься хореографией, а занимаются уже смыслами, и, конечно, они плетут какой-то удивительный мир. Ну, я лично сижу немножко, у меня глаз наполняется слезами периодически, а периодически я как сумасшедший хохочу. Не знаю, мне кажется, что рождается какая-то невероятная, трогательная, смешная и очень какая-то человечная история. Я очень доволен.
Спектакль, несомненно, вызовет массу дискуссий и обсуждений. Кто-то, как наша съемочная группа, будет в восторге. Кто-то не поймет, в чем связь сказки Шарля Перро с действием на сцене. Таков путь смелого и яркого произведения искусства, необычного, новаторского и очень эмоционального прочтения всем известной, казалось, детской сказки. Но эстетическое удовольствие получит каждый, кто решится сходить. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Thank you.